Всем привет, меня зовут Алекс, это канал Алекс Киндер Тойс. Сегодня у нас увлекательный сюрприз микс Ити Бити Притис от Зуру, военная техника Технопарк, Поппи Плейтайм, Кокоро, Тимидони in the Box и другие. Будет интересно. Подписывайся на канал, ставь лайк и поехали. Начнем с пластикового яйца Технопарк. Нам тут обещают коллекционную металлическую модель. Военная техника. Кладыша внутри нет, но зато есть классная машинка. Ракетная система залпового огня «Град» на базе машины «Урал». Сделана эта машинка в Китае. 6 колес, ведь машина тяжелая. Здорово, что эта штука поднимается. Главное не отломать крепление. По качеству отличная, сделана из металла. Все колесики крутятся, детализация классная. И катается она отлично. Пасхальный Kinder Joy. Эх, опять фигурка не попалась. Всего в этой коллекции 8 фигурок, а также есть допы. Один из допов мне как раз и попался. Очень мне нравится в этой коллекции овечка, которая сидит на скале и медитирует. По мне так совершенно бесполезная штука, хотя можно на новогоднюю елку прицепить. Веревочка в комплекте присутствует. И здесь у нас два трафарета. Подкладывайте под листик, штрихуйте карандашом, и будут вот такие узорчики. Но меня такое не впечатляет. Теперь давайте откроем интересный пакетик. Называется он Тимидони in the Box. И тут, как я понимаю, животные сидят в коробках. Зачем они сидят, непонятно. Может быть, разберемся. Но самое интересное, что тут есть заяц, который тоже сидит в коробке. Я бы хотел его в свою коллекцию зайчиков. Внутри целую книжечку положили. Угу, заяц сидит в коробке. Коробку снимаем и видим зайца. А вот так выглядит вся коллекция. Помимо зайца тут есть и лошадки, и собачки, и быки, и осел, и кошечка. В принципе, фигурки смотрятся прикольно. А дальше идет даже какая-то история, ребусы, конкурсы, рассказы. В общем, много чего интересного, но, к сожалению, не на русском языке. Уши, как у зайца, торчат из коробки. Стрелочка нарисована. Откуда его доставать надо? Сейчас достанем и посмотрим, кто этот глазастый. Скорее всего, осел. Хотя хвост у него какой-то сильно пушистый, грива есть, вполне возможно просто лошадь. Или пони. Как вы думаете, кто это? Напишите в комментариях. Зеленого цвета, с белой мордочкой и белым хвостиком. В принципе, чуть-чуть ему уши побольше, хвостик покруглее и похож бы был на зайчика. Залазь обратно в коробку. А зовут этого коня-ослика Роман. Шоколадное яйцо Шоки-Токи Кейв Клаб, пещерный клуб. Попалась девчонка. Эх, кладыш надорвал. Коллекция не маленькая, целых 10 игрушек. Роралай, Телла, Финесса, Эмберли, их питомцы Флэр. Кто тут еще? Фесл, Ханч, Птили, а также пацан Слейд и Теги. Мне попалась Эмберли с очень яркими розовыми волосами. Анимешница что ли? Хоть она и босая, но зато платьишки. Платье, правда, прокрашено не очень. Посматривает куда-то вверх. Что интересно она там увидела? Волосы мне ее нравятся, а вот лицо не очень. Тут даже шрам какой-то есть в виде листочка. Хотя вполне возможно это татушка. Просто не прокрасили. Сюрприз в виде домика Кокоро или Кокоро. Есть дверка, за ней скрывается питомец. Есть окошко, там тоже что-то спрятано. Производитель с бабам. Откроем вначале окошко. В окошке у нас сердечко. Так хорошо запрятано, что не достать.
Попозже к нему вернемся. Пойдем в дверь. Что мы через окно? Ух ты, какая прелесть! Ну-ка вылазь. Пока в сторону его. Готово. Посмотрим на вкладыш. Мне попался цыпленок по имени Тито. А кроме цыпленка, тут есть и другие животные. Всего 12 игрушек. Сердечки, похоже, различаются по степени редкости. Но опять все не по-русски, ничего не понятно. Сидит какой-то грустненький, друзей своих потерял. Крутые у него голубые глазки и большое сердечко в лапках. Самое классное, что цыпленок бархатный, очень приятный на ощупь. А у него еще есть выключатель. Это цыпа-робот. О, есть же мультик «Робоцып», может быть, он оттуда? Включаем. И тут, по-моему, должно сердечко светиться. Но, скорее всего, со временем уже батарейки сели. Нужно вскрыть цыпе голову и заменить батарейку. Прям как в фильме ужасов. Киндер-сюрприз «Леди Баг и Суперкот». Слыхали новость? В этом году еще одна Леди Баг серия выйдет. Неожиданно. В этой коллекции 8 игрушек. Леди Баг не все время по крышам бегает с котом, злодеев ловит, но и посещает культурные мероприятия. И вот она посетила какой-то бал. Одела шикарное платье, смотри сколько юбок. Выглядит пышно и красиво. Кстати, это платье ей подходит под маску. А что, удобненько. Похоже, это не просто бал, а бал-маскарад. Лицо у фигурки прокрашено неплохо. Внутри пустотелое. Пусть танцует и отдыхает. Зубастый пакетик Poppy Playtime. В нем не вкладыша, но зато есть фигурка. Это Хаги Ваги. Опасная кукла с очень длинными лапами, как у сиреноголового. Лапы у нее золотистые. И ботинки золотистые. Хорошо, наверное, зарабатывает на игре. Зубастый рот с очень большими зубами. Смотри, шерстка у нее сделана объемной. Прикольные тактильные ощущения. И кто-то ей сделал причесочку. Подстриг. А то была бы круглая. Кукла, конечно, жутковатая. Не понимаю, почему она всем нравится. Кому нравится Хаги-Ваги, напишите, за что вы ее любите. Пластиковое яйцо Криспики. Что-то он гремит так. Заглянем. Конфетки. А вот и Криспик. И к нему даже вкладыш положили. Судя по вкладышу, в коллекции 14 игрушек. Но мне писали, что их тут намного больше. А сколько точно, никто не знает. Этих Криспиков полностью слезали с хэтчемаусов. И мне попалась бабочка, которая нам подмигивает. По-моему, мне такой же хэтчемаус попадался. У бабочки серебристые крылышки за спиной, покрытые глиттером. Маленькое тельце, кстати, брюшко тоже в глиттере. И мощные антенки, чтобы точно знать, куда лететь. Не пропустить ни один цветок. Хотя не, на цветки-то пчелы летают, а бабочки что делают? А бабочки просто летают. В принципе, сделал неплохо. По сравнению с тем, что обычно кладут во всякие кидсбоксы, эта фигурка отличная. Cut the Rope Magic. Ам-ням. Все пытаюсь дособрать вот эту коллекцию. И мне попался ам-ням в виде рыбки. Рыбка-то упитанная. Главное, чтобы ее никто не съел. А то мало ли на акулу наткнется. Глаза, как у амняма. Зубы тоже, хотя не, зубы изменились. Такие клыки стали. Два мощных плавника и хвост. В поисках амняма. Теперь давайте откроем коробочку с миньонами. Здесь не просто миньоны, а миньоны в шоколадных яйцах. Два яйца с подарком. Коробочка классная.
Ух ты! Внутри еще и наклейки положили. Здорово! И два яйца. Игрушек мы, похоже, тут не увидим. Это частичка пазла. Вот и миньон думает. Ну что такое? Зачем из нас пазл сделали? Лучше бы полноценные фигурки. Лампочка тут нарисована. Он о чем-то задумался. Съел банан, и какая-то идея к нему пришла в голову. Хотя, может быть, он стоит и думает, как собрать этот пазл. Хотя, что тут думать? Берешь всех своих друзей и миньонов, строитесь, и пазл собран. Найди тень Стюарта. Это будет сложно. Его можно легко по банану определить. Кстати, пазл еще магнитный. Ну, посмотрим, что будет во втором яйце. И здесь продолжение пазла. Можно уже вот так соединить. Это, по-моему, Боб. И думает он, конечно же, о своей любимой игрушке Мишке. А на вкладыше та же самая задачка. Ну, такое себе наполнение. И у меня остался последний сюрприз. Это целая чайная чашка. Itty Bitty Pretties от Zuru. Вторая серия. Внутри нам обещают 10 сюрпризов и 13 новых куколок. А то надоели куклы в шарах. Пусть будут теперь в чашках. Давайте открывать. Много разных ништяков. Достаем. Тут есть вкладыш, пакетики. Ну и, естественно, сама чашка. Ее пока в сторону отставим. Начнем с вкладыша. Банди. Бандитка. Оникс. Чертик. Твинкл Ти. Вискер. Кошечка. Пирл. Тайлор. Блоссом. Микси. Ничего у нее какая коса. Китика. Бобо. Единорожка. All Star, рэперша, Мистики, Мистик, из Людей Икс, что ли, и Айси, супер редкая. Будем ее искать. Так, берем чашку, опускаем туда чайный пакетик, наливаем воды. Вроде бы все просто. Помимо вкладыша внизу была подставка. Это блюдце под чашку. И судя по отпечаткам лап, сюда можно поставить куклу. А также тут было два пакетика. Начнем с маленького. Жвачка для рук. Или это не жвачка? Красивого фиолетового цвета с блестками. Можно тянуть, не перетянуть. Большой пакет откроем. А в большом пакете у нас... Что это такое? Молнии, звездочки и черепушки. Вот это да. Их можно отламывать и что-то с ними делать. Пока непонятно. Отложим в сторону. Что-то еще в пакетике заварялось. Мини-чашка, смотрите, какая крутая, она в виде черепа, с ручкой в виде молнии. Я бы хотел себе домой такую чашку, еще в черном цвете, со светящимися глазами. Походу, нам интересная кукла попадется, раз она из такой чашки чай пьет. Переходим к самому главному. Может быть, стоило перфорацию найти? Зачем? Так проще. Ручку бы не отломать. Немного усилий, и все оторвется. Чашечка пластиковая. Снимаем крышку картонную. Внутри пакетик с куклой. И чайный пакетик. Чай чуть попозже начнем пить.
Начали посмотрим, кто же нам попался. Ух ты, какая волосатая. Волосы, как канаты. Чернокожая деваха. Любительница кружек с черепами. Кстати, кукла мне нравится. Классные у нее такие шорты, топи в клеточку. Отлично прокрашенное лицо. В ушах есть дырки под сережки. Сережки мы пока еще не нашли. Глаза покрыты глиттером. От этого они сияют. Неплохой макияж. Ну и, конечно, стоит отметить шикарные волосы. Это, скорее всего, дреды. Ну и заморочилась она такие волосы отрастить. Да еще потом заплести. Сзади вообще ее не видно. Может полностью прятаться в волосах. Голова у куклы вращается. Ручки подвижные. Правда, согнуты в локтевом суставе. Ножки тоже подвижные. Кукла классная. Осталось нам чайку попить. Зальем кипяточком. На самом деле не кипяточком, а теплой водой. Я побольше чая люблю. И что мы видим? Пакетик сразу растворился. Из него какие-то ништяки выпали. Два кроссовка. Какой-то обруч или кольцо. А, это скорее всего такие серьги большие. И костюмчик синего цвета. Конечно, все это еще нужно отмыть и почистить. Но чай бы я такой не рискнул пить. Все отмыли, почистили, куколку приодели. И вот такая деваха получилась. Смотрится стильно. Найдем ее на вкладыше. Да это ж Банди, бандитка. Правда, тут должны быть еще очки, но я что-то их не нашел. Может быть, растворились в чае? По мне так нисколько не хуже кукол Лол. А еще можно куклу поставить на блюдце. И в шкафчик, или на коллекционную полку. Вот такие классные игрушки мне сегодня попались. Больше всего мне понравились чайная бандитка, робоцып и зеленый конь в коробке. А вам какие игрушки понравились? Напишите в комментариях. Всем пока, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео, жмите на колокольчик, делитесь видео с друзьями, ставьте лайки и пишите интересные комментарии. Ну а я пойду попью чайку со сладостями.